А в этом топовом ролике сегодня школьник выбирает вот этих ребят. Спасибо за лайк, пиши комментарий и попадай уже в следующий ролик. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами Кисин Диман, также Дони, и мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Эксперименты в GTA 5». Кукусяндер! Сегодня, ребята, мы будем прыгать на тачках в высоту и попытаемся подняться как можно дальше, поставить новые рекорды, выбить кучу читов и, конечно же, вас порадовать, ребята. А вы порадуйте и нас. Давайте наберем 3000 лайков за 3 секунды. Раз, два, три! Надеюсь, что успели. Ну, а мы, в общем-то, начинаем спамить по первой тачке. Вот, на первый раунд по одной, так, C63S. Кстати, неплохое, будем использовать только одно нитро, поэтому смотрим, что у тебя. Ездящий? Я на... Нет, не ездящий. Нет. Ну, ладно. Жалко. Обидно. Я посмотрю, как бы он прыгнул. Так, что, Порше? Если бы... Порше? Да, неплохо. Без давай нитро. Попробуем. Чего? Без нитро. Ну, едь, ставь, а я пока прыгну. И как раз-таки посмотрю, на что способен Мерседес. Кстати, ребят, напишите в комментариях, за кого вы болеете. Вот. А также напишите в комментариях, кто сейчас учится. Или же работает, или же кто вы, где вы. Кстати говоря... Ах, тебе не буду говорить. Чего я ты? Просто подписчика в своем городе встретил и охренел. Нормально. То, что как бы они повсюду, ребята. Поэтому, а давайте так, напишите в комментариях, в каком городе вы проживаете. Может, действительно куча подписчиков в моем городе есть, и может быть, когда-нибудь устроим сходочку. Мне просто интересно, вот. Мой первый балл. У меня 130, у тебя 65. Отлично. Первый балл, ребята, спаним, значит, 3 тачки. Это не может не радовать. Давайте... Ай-яй-яй-яй, не туда. Понял? Я понял. Все, короче, спавним 3 тачки и смотрим, что выпадет. О! Так сразу! Хорошо! Диабло! А та это же не прыгающая вроде. Блин. X5, я даже не знаю, что... А, это Сирана, это замененка. Вроде правильно же, да? Сирана? Да-да-да. Это да. Замененка, тогда мы спавним следующую тачку и... Не лучше. Понял. Так, 181. А тут... Ну, я возьму Диабло тогда, ты берешь корвет, да, получается? Понял. Да, беру корвет. Второй раунд мы готовы, тогда погнали, ребята, пробуем, смотрим. Давай. Так, аккуратно, все, поехали. Так, ну, желаю тебе удачи. Так. Потому что моя ламба как вроде не прыгает, но по скорости набрала так-то неплохо, 300. А это может что-то и значит. Так, отпускаемся, давай, чуть-чуть еще, ну же, еще грапаль. Ты куда? 125, понимаю. Хорошо, у меня было 110. Хорошо. Обидно. 1-1. Окей, мы переходим тогда на третий раунд, друзья. Спавню следующей тачки. Так, а нету? Ну же. Блин, ДПС! Точнее, ПДПС. А, это крашит. Вторая ламба. Ну, хотя бы ламба. Хоть что-то, да, кстати говоря. А, да, кстати говоря, это та. Так, у тебя получается ГТР, Поло. Понял. Давай попробуем, посмотрим, на что он способен, на друг он летает. Кто знает, поехали. Капец, она быстро разгоняется. Ну, да, да. 300. А, 330, 340, да, это, скорее всего, мой балл. Ну, если, конечно, маслкар нам не поднасрет. Сколько разогнал? 300 было, потом упала скорость. 145 в моем случае, короче, новый экстрабал получается. Так, у тебя? Ну, 105. 105. Ну, тоже неплохо. 2-1 по баллам, и, ребята, переходим тогда на четвертый мой раунд. Спавня 3 тачки. Так, Брут это не считается, так Ауди такое себе. Это не считается. Опа, Драгстер! Хорошо! И третья тачка... Ламборгини быстро, но возьму лучше, наверное, Драгстер. Кстати, нет нитро, надо будет сейчас поставить. У тебя там что? У меня две тачки есть. Я понял. Ну, выбирай. Так, все, мы готовы, поэтому погнали, пробуем. Я очень надеюсь, что мой драгстер не цепляется. Потому что в противном случае будет обидно, но... 400 разогнал. 500 будет? Да, выпрыгнул, отлично. Нифига. Цепанулся, но все равно неплохо лечу. Так. Офигеть. 310, если быть точнее. 310. Я понял, ребята. Мой очередной балл 3-1. Это не может не радовать, плюс еще и новый экстра балл. А переходим тогда мы на пятый раунд. И снова 3 тачки, так спавню. Это не считается. Так,
Это... Ой, блин. Конечно, круто, но медленно. Так, еще одна Lamborghini. И маслкар. Блин, я даже не знаю, что брать. 174, 176, 184. Нет, Волтик нельзя, к сожалению. Блин, ладно, короче, я не хотел ее брать, но у меня нету выбора, поэтому возьмем вот эту новенькую Lamborghini и посмотрим, на что она способна. У тебя пока второй тачки нет. О, гелик. И Ягуар. Выбирай. А мне эту нитро надо поставить. Так, ну все, мы готовы, поэтому пробуем. Погнали. Так, аккуратно. Все четко. Так, отлично, давай. Ламба, разгоняй. Ну уже, гелик догоняет. А, нитро закончилось. А, нитро закончилось, понял. Поставлю, да. Так, ладно, 250, оно вообще медленно. 200 на прыжке, очень сильно скинуло скорости и вообще не полетело. 60, понял, как в твоем предыдущем. 60? Да, как в твоей предыдущей попытке. Давай, смотрим, что там у тебя. Так, пробуй. Все, надеюсь, поехали. Ну, гелик точно должен хорошо прыгнуть. Он, в принципе, неплохой так-то. Ну да, с разгоном, конечно, беда, но за 200 будет, наверное. У меня 250 был потолок. Ну, 260. 200, даже 70 там что-то было. И 200 на прыжке то же самое. Так, а что по... И тогда ты перелетел 75. Буквально на 15 метров. Неплохо. Обидно, а это твой балл, и это говорит о том, что уже 3-2 по баллам. Переходим мы на шестой раунд. Шестой раунд уже не загораем. Так, давай. Две тачки в моем случае. Хорошо! О, неплохо. Колесо неплохо, не да. считается так, и... Ну давай. Да, я возьму его. Я возьму давай. Его, не дрейся, все есть. Так, смотрим, что у тебя. Мазерати, ага. А, что ты делаешь? Так, ладно. Я, видимо, ошибся. Ошибся, я, короче, ладно, прыгаю. Посмотрим. Смотрим, давайте пробуем. Давай. 300, ой, 300. Давай. Ты очень легкий, ты сейчас так хорошо полетишь. Да, 330. А, это будет сложно побить. Очень сложно, потому что полетел даже... Да, очень хорошо полетел. Очень легкая машина. И при этом 165. 165 в моем случае. Ну, у меня все плохо. А, ну, вижу, 240. Да. Да не, не прыгнет он, мне кажется. Да, не. Вообще медленно. И в итоге 55. Отлично, 4-2, ребята. Такой мой себе, балл, да. Мой балл, переходим на 7-й раунд. 3 тачки у меня, так, спавню. И... Ну-ка. Ну, это не будем считать, это... Финир, да, он цепляется. Вещи. Так, финира, а вторая. Да. Блин, нет. Вторая. Не это... Третье. Вскрываем. Прикольно. А ну-ка, что тут? Давай посмотрим. Давай. Так, и... Вуаля, ребята. Вот такая получается у нас неплохо, Рыкса. Неплохо. Да, это драгстерская Рыкса. Так, а что если ее прокачать? А, все пропало, но... Допустим, оставим так. Нету нитро, давайте поставим. Так, отлично, мы готовы. Мы все установили. Пробуем. Да, поехали. Интересно, этот... Подарок в мешке мне поможет выиграть или нет? Ну, я думаю, он быстрее. Скорость 250, моя, 280. Ну уже, давай. Ну да. 230 на прыжке скинула скорость. Вообще не полетело. 85, что... Ну, если быть точнее, у тебя там что? Ага, ну, это такая же, которая была у тебя, поэтому туда же. А, 130. Понял. Окей, это твой балл, переходим на 8-й раунд. Так, 2 тачки у меня, 3 тачки у тебя. Давайте вот это удалим, это все мешает. Все, давай смотреть. Мерседес и... Так, это удалим, это не считается. Так, и вторая, ну-ка, Мазда. Кстати, неплохо, это хорошо. У тебя там что? Что не вспомнишь? Первая. БМВ. Вторая. И Шевроле. Ауди. Понимаю. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Ладно, ребята, по баллам пока что я на 1 балл больше, но не хотелось бы. Давайте победу, потому что Мазда что-то вообще не хочет ехать. 230. Мало на скорости. 240. Да почему они теряют скорость на прыжке? Тоже 200, тоже не полетело. Да. 60... 5, если быть точнее, понимаю. Ладно, поехали, попробуем. Чуть лучше, чем моя предыдущая тачка. Давайте посмотрим со спека за тобою. А, так, у тебя... Блин, она летает, это 100%. Ты прыгнешь где-то за сотню, мне кажется. Думаешь? Да, и по баллам будет 4-4. Блин, да ладно. А нет. Сколько у тебя было? 65. А, не долетел. 65? Да. Отлично. 60. 5-3, ребята, 5-3.
Супер, переходим на 9-й раунд. Короче, пока все мне нравится, все хорошо идет. Три тачки в моем случае, так, ага, Драгстер. Драгстер? Давай. И... О, Драгстер неплохой. Лексус летающий, но, блин, да, я, короче, возьму, пожалуй, вот этот реактивный, ребята, Драгстер, отлично. Так, все хорошо, так, у тебя гелик, да? А чистительский? У меня гелик. Не чистительский, я понял. А, нет, нитрис надо поставить. Ну все, мы готовы, заряженные, поехали. Пробуем. Давай, давай, так, давай, я помню, давай, что давай. Здесь надо, в общем-то, нитро нажимать на прыжке уже, чтобы оно сработало, потому что в воздухе оно не работает вроде как. Так, 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 нажимаю. Отлично. Отлично, но что-то вообще не полетело. Да? 130. Чтобы быть точнее, ну, да, 130. 70. 70, да? 70, да. Понимаю, ребята. Да. Ну, тоже мой балл, это не может не радовать. Это получается 6-3. Уже мы переходим на 10-й раунд, и снова у меня 3 тачки. На самом деле, сегодня интересные машинки падают, которые редко очень встречаются у нас. У меня что-то прям вообще в сериях, так, карьера и третья. Блин, я понял. Ну, короче, возьму, наверное, Porsche, потому что выбора нету. Так, здесь 144. Тебя Мерседес. Да, я беру Порше, я, в принципе, готов. Да, погнали. Пробуем. Смотрим, 10-й раунд. Хотелось бы отрываться. Ха, от тебя, потому отрываться? Да, как показывает практика, рандом обычно настолько суров, что может в конце так завести, что потом проиграешь, даже если был хороший отрыв. Давай, 250. Ну ты быстрее, ты прям в разы быстрее. Ты врезался? Да, я на тебя засмотрелся, врезался. А что у тебя по скорости было? Слушай, внимание не обратил, но сотку я полетел, 105. Ну, понял, ладно, сейчас надо попробовать заново. Так, все, короче, я доехал, и да, очень сильно потеряла скорость, и при этом прыгнула тоже так себе, как и Mazda. Окей, твой балл 6-4, 10-й раунд был за тобой, у тебя 3 тачки, у меня 2, переходим на 11-й. Давай, 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 давай. Хороший BMW. Так, и... Да можно мне что-нибудь Линкольн хорошенькое? Плохое, понял, так, так, ну, у тебя... Неплохо. Оно вообще хорошее, 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 так, и... Драгстер. Демон, еще и Драгстер. Ну, блин, не, не, о чем я и говорил. Хотя тоже неплохо. Но он неплох, да. О чем я говорил, ребята, рандом что-то теперь начинает мне не завозить. Так, все, мы готовы, поэтому погнали, пробуем. Давай, Драгстеры давай, обычно давай, не давай, летают, давай. Поэтому у меня, в принципе, есть шанс, если, конечно, бэх полетит. Но бэх тяжелый, очень тяжелый, 220 всего лишь. Два, еще чуть-чуть. Два и ты. Ну, Драгстеры, ну, 240, конечно, ну, 200, целом... блин. Да, ну, ты выше намного. 155. Серьезно? Фига. У меня да, 65 неплохо, в итоге неплохо. Просто было. Да, 155 это очень хорошо. Окей. 5, 6 по баллам. Ребята, переходим на 12-й раунд. Так, мне выдаст что-нибудь он сегодня? Ну-ка, какой-нибудь чит. Не считайте чит. Это самолет был. Живой? Понимаю. Самолет нет. Ну, на самолет пофиг. Главное, чтобы ты был жив. Цел и не вылетел. Так, 175. Такое. Что там? Машина, да? Просто да, кстати, это тоже машина, меня. Но вопрос стандартная ли? Блин, это жестко. BMW Vision. А, да, возможно, это новый экстра бал, ребята. Что-то, что-то. Он не разгонит так быстро. Рандом что-то сегодня прям да перестраивается и прям вот резко как-то 250 в моем случае. 240, 230, да, у меня не полетит она, конечно. Ну да, стандартно 65, о, я понял, так, ну у тебя что? Не экстра, точно, ну 175. Ну все равно неплохо, 175, слушай, прыгнул. Хорошо, экстра за мною пока что, но уже по баллам, ребята, 6-6. И остается всего лишь 3 раунда. Ладно, 2 тачки в моем случае, дай мне чит какой-нибудь магнума, пожалуйста. Хоть что-нибудь. Ну плюс-минус. Да, прикольно, первая. У меня просто нету да, выбора. Ё-моё. Так, хорошо, и третья. Пина. Пина такое. Неплохо, неплохо, ладно, да. Надо поставить нидро, вернуться к тебе и пробовать. Прощайся. Так, поехали. ГТР, я надеюсь, что тот, который летает, по-моему, Низма, да, это тот, но могу ошибаться. Ну, странно, чё, не тот, не тот, 200 всего тот? Лишь. У тебя что? 370. Да ладно, это да. Не бьется, это не бьется ГТРом, потому что всего лишь 170 на прыжке, он издевается. 60 реально? В моем случае, у тебя там что, куда прыгнул? 150. 150, вижу тебя.
сильно. 7-6, ребята, по баллам. Мы переходим на предпоследний раунд. Пока что Донни вырывается вперед. Это прям на такое себе. Так, а из Форсажа... Да ты прикалываешься, что ли, Газель Next? Блин, вот это приколы. Vision, летающий Nissan. И... понятно. Ладно, ребята, кажись, этот раунд тоже за тобою. И как бы с моим-то экстра... Пока что отрыв в одно очко. Я даже не знаю, как быть. Это предпоследний, да, ведь раунд? Это предпоследний раунд, остается последний раунд. Если я его выиграю, будет ничья. Вот, но вопрос еще, подожди. Может, это не та Феррари? Хотя нет, это та Феррари. Как сейчас еще, неизвестно. По-моему, та Феррари, но у меня не прыгает Эклипс. 70 всего лишь. Рандом, последние 5 раундов тупо вообще по нулям. Ни одной нормальной тачки. Понял. 8-6, ребята. 8-6, мой экстра. Последний раунд. Две тачки. Чит. Дай мне чит. Чит, просто. У нас куча читов. Дай хотя бы один, ну же. Ну, есть что-нибудь? Джип и... Понял. Я понял. Я понял. Твоя очередь. GTR. Где ты это уже видел? Вольво. И BMW. Вопрос. Audi все-таки или то, что выпало тебе? Сейчас мы узнаем. Так, прыгаем. Все, мы установили. Я готов. Выбрал BMW все-таки, да? Да. Сейчас будет интересно, ребята. Либо я, либо он. Хотелось бы, конечно, я, но... Не такое. Но получится, как получится. Давай, 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 давай. 180, 190, 200, 210. Че, BMW? Теряет скорость. Ну... Жестко теряет. У меня все последние тачки, все просто меньше 200 на прыжке. 55 всего лишь. Смотрим. Блин. 55? Да, 65. Ну 65 на 10. Просто на 10. Да, ты перепрыгнул. Ну этого получается, ребята, 9-6. Да плюс мой экстра 9-7. И на этом серия подходит к концу. Такая у нас получилась. Надеюсь, что нам понравилось. Данная рубрика есть у нас в описании. По ссылочке можете переходить на плейлист. Ну а также не забывайте ставить лайки. А мы прощаемся. Всем удачки и всем пока, друзья. Пока, ребята.